Ко мне пришел заказчик и попросил сделать ему холст 20x40. За работу он готов был заплатить $300. И он дал мне полную свободу творчества. Я решил ей воспользоваться и нарисовать что-то необычное. Так что мой выбор пал на этот стиль. Его суть в том, чтобы использовать разные текстуры и разные надписи для создания общей картинки коллажа. Заказчику очень понравился результат, и он сказал, что обязательно закажет еще один холст. Но я, милый и прикольный, был рад сделать для него такой холст. Как вам холст, и скажите, стоит ли он $300?